Ну, коллеги, мы являемся дочерней компанией корпорации МСП, как оператора поддержек, всех мер поддержек, собственно говоря, субъектов МСП. В частности, это льготный лизинг именно оборудования. То есть мы находимся, так скажем, занимаем определенную нишевость, то есть в той, наверное, секторе лизингового рынка, который не сильно охвачен рыночными игроками. И, собственно говоря, именно в секторе финансирования лизингового оборудования, льготного оборудования, мы, наверное, собственно говоря, занимаем первое место. У нас наши основные условия той программы, которую мы реализуем, она, в принципе, реализуется с 2017 года, когда была создана сеть региональных лизинговых компаний. На текущий момент она реорганизована в одну федеральную компанию, в МСП Лизинг, и мы предоставляем равный доступ по всей территории Российской Федерации, в том числе и на новых территориях. Вот, в 2023 году ряд проектов были реализованы. Основные, собственно говоря, ну, представлены на слайде условия программы, да, это ставки финансирования 6-8% в зависимости от производителя оборудования. Ну, если удобнее в удорожании, да, это от 1,9 до 2-6% годовых. Получателями поддержки могут выступать только лишь микро и малый бизнес. И, соответственно, основные параметры, также справа вы видите, это сумма финансирования от полумиллиона до 50 миллионов. Самое главное, это отличительная особенность, наверное, продолжительные сроки финансирования, которые, собственно говоря, отвечают потребностям при перевооружении, собственно говоря, при понесении капитальных затрат, да, это до 7 лет. И, соответственно, низкие авансовые платежи на начальном этапе, которые позволяют аккумулировать оборотные средства, перенаправлять их, собственно говоря, в том числе, да, на нужды предприятий. Это 0% у нас при поручительстве региональных гарантийных организаций. Мы работаем с ними в кооперации. И, соответственно, 10% – это там минимальный процент, который предприниматель может платить. Предметом лизинга выступает исключительно новое, ранее неэксплуатируемое оборудование. Именно, собственно говоря, в рамках поддержки промышленных предприятий, это обрабатывающее производство, раздел С. То есть в этом плане мы полностью пересекаемся с направлением по таксономии, то есть, который также, ну, целенаправленно, выборочно, да, это определенные индустрии обрабатывающих производств. На 2024 год в планах у нас 4,5 миллиарда, это объем льготного финансирования, но, собственно говоря, мы видим в планах своего развития, да, это получение, собственно говоря, в большем объеме капитала, да, для возможности расширения данной программы. В принципе, из плюсов основные преимущества я уже обозначил, это 7-летний срок, низкие авансы, да, соответственно, ну и платежи, которые, в отличие от лизинговых компаний рыночных, да, они начинаются после акта приемки передачи, то есть максимально, то есть отложенный эффект и приближенный к запуску оборудования, что позволит, собственно говоря, вот это плечо сократить. Ну, по презентации, думаю, что она останется, в принципе, если информация есть, я ее, наверное, дублировать не буду, да, это структура обеспечения. Запрет, но это, в принципе, 919-е распоряжение правительства, которое контролирует всю нашу деятельность. Я, ну, закончу. Но мне вопрос, Антон, можно? Конечно. Вот там есть сумма, которая заложена на льготное финансирование. А обычное финансирование, вот как лизинговая компания, вы осуществляете? На текущий момент в 2024 году планируется программа, как бы, рыночных условий, да, в том числе, да, запуск ее, наверное. Я надеюсь, что у вас рыночные условия будут нормальными, да, человеческими. Да. В любом случае, постараемся выйти ниже рынка, чтобы все-таки уже формат не будет не льготности, а именно доступности, потому что проблематика лизингового рынка вот в части оборудования, она нам понятна, то есть рыночные компании либо туда в принципе не заходят, либо заходят с повышенными авансами до 30%, с короткими сроками, то есть что, ну, довольно-таки проблематично для предпринимателей получить эту поддержку. Вот. Опять же, топовые лизинговые компании являются там ДЗО коммерческих банков, которые, в принципе, как бы, ну, в фокусе эту задачу не, ну, не ставят. Да? То есть порядка 90% рынка лизинга – это финансирование оборудования, финансирование транспорта. Да. И, соответственно, как бы этот рынок уже сложен, хотим вот именно наращивать долю финансирования оборудования, это в пределах 6-7%, не превышает.
Но, соответственно, как бы и фондоотдача от финансирования промышленного оборудования, да, она существенно выше, чем от транспорта. То есть в этом мы видим свою задачу. Замечательно. Я прямо вот ждал, что вы это расскажете.